Из показаний вышеуказанного армянина Эдуарда Григоряна данных следствия стало ясно, что он в середине февраля 1988 года в своей квартире принимал группы эмиссаров из Еревана. Первичный допрос устанавливает, что Григорян получает от них необходимый конструктаж, деньги и наркотические средства. На следующий день Эдик по прозвищу Паша собирает вокруг себя группу малолетних подростков и юношей, обещая им крупные вознаграждения при участии в некоторых операциях. Он, бросив клич «В Степанакерте убивают азербайджанцев», собрал вокруг себя группу парней. Раздал им наркотики, затем организовал нападение на квартиры армян, проживавших в различных кварталах и микрорайонах Сумгаита. Удивительно, что список пострадавших армян был составлен заблаговременно. Адреса, отказавших помочь комитету Нагорный Карабах и обществу Крунг армян, были у Григоряна. Именно эти люди и оказались основным объектом нападения. Первой пострадала семья Григория Меджлумяна, жителя третьего микрорайона. Хулиганы, ворвавшиеся в квартиру, избили всех членов семьи и отобрали драгоценности. Сам же Эдуард Григорян изнасиловал дочь Григория Карину Меджлумян. Да, это она. Последующие события оказались еще более жестокими. Я принимал участие в массовых беспорядках. Григорян со своей группой ворвался в квартиру жителя дома номер 33 того же микрорайона Петросяна, выбросил всю домашнюю утварь во двор, а затем сжег. Да, этот вообще, за этого разговаривать не стоит. Он там, когда... Это здесь такой вид. Если бы вы увидели бы в кабинете, я зашел, я его увидел, это заяц был, а не человек. Нет, он говорит о том, что, конечно, вот оборону, да. Он просто не умер. Просто не умер. Но Эдуард, не удовлетворившись содеянным, сперва насилует, а затем убивает Эму Григорян. Словом, в ходе сумгаитских событий Эдуард Григорян убил 5 армян и изнасиловал 8 женщин. Как явствует из материалов судебного разбирательства, в бесчинствах Эдуарду Григоряну близкую поддержку оказали армяне Игорь Аганов, Вазген Саркисян и работница сумгаитской городской больницы скорой помощи Карина Гаспарян. Григорян Эдуард. Onunla görüşmüşəm birinci mikrofonu da, məhəllədə görüşmüşəm. Onunla gəlmişik Sputnik dükkanının yanına. Sputnik dükkanının yanında Grigoryan Eduard kamuoyu görüb. Kamuoyu mənə tanış elədi. Sən kamuoyu indiyə qədər tanımıydın? Mən indiyəcən tanımıydım. S Grigoryanla mı встретились в нашем дворе, в первом микрорайоне. Мы пошли с ним к магазину «Спутник». Там Григорян познакомил меня с камуо, которого мы встретили у магазина. А ты был знаком до этого с Камо? Нет, я его не знал. Они поговорили с Камо наедине. Затем Григорян Эдуард предложил мне пойти на погромы 28-го. Сказал, что мы можем неплохо заработать. Мы встретились там же, и я вновь увидел Камо. Они снова уединились, затем Эдик вернулся. Вытащил из кармана бумагу. Там были фамилии и адреса. Их было 17. Все фамилии были армянские. Я спросил у него, откуда это у тебя? Он сказал, что Рита дала. Рита — жена Григоряна. Я спросил, а у нее откуда? Из ЖЭКа дали. Там работала знакомая армянка, подруга или соседка. Это твоя первая судимость? Нет. А сколько у тебя судимости? Это четвертая судимость. Четвертая судимость? Нет. Первый раз подрался, второй раз тоже подрался. И третий раз подрался? Ну, нет. Третий раз кража была. Ой, ты же совсем перешел за одной позиции, так и не будет. Ну, а вот четвертый ни за что взяли, посадили. Вот как раз меня это интересует. Вот расскажи, что вообще последнее произошло? За что ты сидишь? Что тебе применили? Мне применили, в общем, статья 72 по Азербайджанскому уголовному кодексу «Массовые беспорядки». Якобы я принимал участие в массовых беспорядках. Этого не было? Ну, фактически этого не было. Я просто не мог там находиться. Григорий, я в Радат Салмур, Шамут Февран, 28-й, Ахшам Тараф, Саат Тахмин, Алтуларды. Сумбайн Гирежайны, Йолун Граны. Григорян я раньше не знал. У въезда в город стоит маленький светофор, небольшой такой. 28 февраля в 6 часов вечера он забрался на него и давал команду толпе
которая собралась к тому времени. Он призывал людей к тому, что сегодня нужно выселить и уничтожить всех армян в Сумгаите и завтра пойти в Баку, продолжить погромы там. Затем он вместе со своей группой людей направился к автовокзалу. Они перевернули несколько машин и сожгли их. Среди его людей были трое армян. Я их знал в лицо по городу. Они указывали на дома, где проживали армяне, призывая толпу вместе с ними подняться к ним в квартиры. Толпы двинулись за ними. Они громили квартиры, сжигали вещи и сбрасывали их с балкона. Затем пошли в другой дом. Там они убили двух мужчин. Григорян сидел в беседке, увидев меня, он сказал: «Пошли, время». Я спросил: «Куда?» «Пошли», — сказал он. Пошли к автовокзалу, встретили КАМО и оттуда пошли в третий микрорайон. Adlı bir kadın Ermenidi. Orada kapın Что вы там делали? Мы пошли в дом, то есть в квартиру, где проживала Авакян Эмма. Григорян Эдуард выбил дверь, и мы вошли в квартиру. Перед нами стояла женщина. Я схватил ее и толкнул. Она упала в угол. На нее упал телефонный аппарат. Я прошел в другую комнату. Когда возвратился, то увидел, как Григорян ударил женщину по голове ломом. Простите, арматурой. Она залилась кровью. Он ее расчленил. А что вы сделали с Межлумя? Затем мы пошли в 17-й Б-дом. Подъезд первый. С этой стороны. Последний подъезд. 15-ю квартиру. Там Григорян изнасиловал 14-летнюю девочку. Настораживает такая вещь, что в основном дают показания на тебя лица армянской национальности. Вот меня смущает вот это. Вот с чем ты связан? Пожалуйста. Опознает Мирхумян. Да, это она. Мирхумян, значит, которая была подвергнута массовому изнасилованию с твоим участием. Я считал ее показания. Якобы с моим участием. Не якобы, а точно. Ну, дело фабрикованное. Я не могу утверждать, прям согласиться с тем, что да, я был. Потому что я там и не был. Я не могу на это пойти согласиться. Этого человека по номеру 5 вы тоже узнали. Назовите его фамилию и отчество, да? Да, это Григорян Эдуард. А я не знаю, что это было. Тот день, когда я был на спорте, до этого я снимал фамилию 2, первый раз увидел нас в квартире. Ну, я его запомнила, потому что он и лицом светлее, ну, как отличался от всех, там же тело становилось, обросли, такие черные, и вот по контрасту это я его запомнила. И еще потому, что у него на руке была татуировка, да, то ли Рита, то ли Рима была написана, да, вот это я запомнила. Так, а его действие было агрессивным очень. Он, во-первых, он говорил, когда не пойдем к ней. Тоже призывал убивать, бить и так далее. Ну, не отставал от тех, кто там не находился. Бил страшно. Кого? Меня бил. Он ногами бил. Кроме того, что он бил, он насиловал? Да, принимал все свои. Значит, кого-то бил? Вас насиловал? Да. Для опознания один видеофильм с записью лиц мужского пола, часть из которых причастна к массовым беспорядкам в городе Сумгаите. Как это я узнала, это по-моему Григорян Митик, он был в нашей квартире, в районе первой серии полномочия. Которого ворвались, да? Да. И я видела, как он бил маму по голове, обломка с пыли. Обломка? Какие? Ножка. Ножкой. Но это же было обломка, когда он был. Еще делал, кроме того, что...
Там где у меня. Вас муза? Да. А чем? Скоро, как у вас сидят, попала мадость. И ножку убили. Ножку от стула? Да, ножку от стула. Значит, вы давали показания? Да. Давали, да? Значит, эти показания, они соответствуют действительности, остаются в силе, да? Да. Вы знаете, в общем-то, по фамилии имени отчества? Да, Григорян Иван Фролович. Иван Фролович. Значит, вкратце поясните, что он делал в вашей квартире? И когда он пришел в вашу квартиру? Как это все было? Наша квартира хорошо, он был 28 февраля. Февраля. 88 февраля. Я вижу, что вы так, начинали ломать 9 так. 21.30, ну, как вечер? Вот нет, вечер. 21.30, да? Да, 21.30, да. Поясните, значит, кто взломал дверь в вашу квартиру, и если он был в вашей квартире, то что он там делал? Григорян руководил. Так. Руководил. А топор, когда поднял, мне ударили через жены, так. Я... Да этот вообще за этого разговаривать не стоит. Он там, когда... Это здесь такой вид. Если бы его видели бы как кабинет, я зашел, я его увидел, это заяц был, а не человек. Нет, ну он, да, он говорит о том, что, конечно, это воровку, да. Он просто не умер. И тут же тебя... Просто не умер. Что ж, феномен Григоряна еще предстоит разгадать. Но его участие в преступлениях еще долго оставалось тайной за семью печати. И вот несколько неожиданный поворот. Маски сброшены, Григорян перешел к угрозе. А вы не думаете, что следует за вашей организационной группой ездить кто-то и тоже делать что надо? Мне, в частности, было поручено проводить следственные действия с Григоряном, как с подозреваемым в совершении тяжких преступлений. И вот, начиная с 30 февраля, в течение 4 месяцев я практически ежедневно с ним работал. Честно говоря, он на меня не очень хорошее впечатление произвел. Это исключительно лживый человек, очень упрямый, нередко терял самообладание, не владел собой. Вот, скажите, у вас были сомнения, что он невиновен? Когда поступили первые данные о совершении Григоряном ряда тяжких преступлений со стороны его подельника Сафарова, то, конечно, у меня сомнения на этом этапе были, на первом этапе. Но развеялись они в процессе активной и довольно скрупулезной работы по этому делу. Примерно на протяжении 2 месяцев была не только со стороны меня, но и со стороны других следователей, которые работали вместе со мной, глубокая проверка этих данных. И где-то после 2-месячной, 3-месячной работы с Григоряном у меня эти сомнения, честно говоря, отпали. Я, в частности, был глубоко уверен в том, что он совершил покушение на убийство Петросяна, что он совершил изнасилование Межлумян. В этом у меня сомнений никаких не было. Скажите, вот вас в этом деле еще раз обращаюсь к тому, что все-таки он армянин. И вот он убивал так, зашел преступление против своей власти, не удивляло? Очень удивляло. И причем с первого дня. И не только меня, и членов той следственной бригады, с которой я работал. Вот в числе первых 80 задержанных, а через несколько дней число задержанных возросло до 500-600. Вот среди всей этой массы задержанных был единственный армянин, это вот Григорян. А ведь все эти насилия, садистские, истязания, тягчайшие преступления совершались против в основном армянского населения. И кто их совершал? Представитель той же нации. Нас это крайне удивляло. Крайне удивляло. Все время удивляло.